В Сочи огромное количество жалоб и обращений о распространении наркотиков на улицах города. Специалистам нужно не срезать шляпки с грибов, а вырывать грибницу с корнем. Такой пример привел коллегам начальник управления по профилактической работе с населением администрации Сочи, говоря о противодействии незаконному обороту наркотиков. На очередное заседание антинаркотической комиссии собрались все, кто отвечает за профилактику наркозависимости и пропаганду здорового образа жизни. Многие не дорабатывают, отмечает Александр Петухов. А причина – неэффективное взаимодействие друг с другом, оттого и городская программа «Сочи вне зависимости» нерезультативна. В работе с молодежью необходимо приводить реальные примеры и рассказывать о правовых последствиях таких преступлений. К слову, сбыт одной закладки может грозить пожизненным заключением. Надо показывать вещи из материалов суда, где выносятся приговоры, обозначать сроки, потому что молодежь, я считаю, это необходимо делать, чтобы понимала, сознание откладывало, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, они относятся к категории тяжких и особо тяжких, и что сроки, соответственно, за участие в таких преступлениях и правонарушениях соответствующие высокие. В этом году правоохранители уже задержали 108 представителей сочинской молодежи, так или иначе связанных с незаконным оборотом наркотиков. Один из них – несовершеннолетний из Лазаревского района, который выращивал марихуану. Всех этих ребят от 18 до 28 лет в своих преступных делах используют сбытчики, которые в Сочи даже не бывали, общаются и вербуют курьеров через интернет, расплачиваются виртуальными деньгами. Сотрудники правоохранительных органов просто обязаны стать лекторами в трудовых коллективах среди допризывной молодежи. Я думаю, что и на телевидении надо вам больше выступать, потому что, в принципе, как бы вы ближе к этой проблематике, вы сейчас на переднем крае борьбы с наркотиками и должны больше внимания этому уделять. И тем не менее, количество преступлений сокращается, процент раскрываемости увеличивается. Об этом говорит статистика. Решение же антинаркотической комиссии – увеличить число профилактических мероприятий. Ближайшая акция, уже традиционная для Сочи, «Сообщи, где торгуют смертью».